Sneakerhead на блоке. Всем привет, вы смотрите 23-й выпуск канала Sneakerhead на блоке, и сегодня у нас обзор Quick Strike модели, а именно 8-е номерные Леброна Джеймса в расцветке Lakers, которая вышла в конце 2020 года. Начнем с самого начала. Впервые данная модель появилась в 2010 году. Отцом данной модели является незаменимый для Леброна дизайнер Джейсон Петри. После монументальных седьмых Лебронов Джейсону нельзя было ударить грязь лицом, и дальше мы поймем, все ли у него получилось. Начинаем с дизайна. Верх кроссовок выполнен полностью из кожи, на носке мы видим маленький черный свуш, также в самом верху носка на правом кроссовке надпись LeBron, на левом соответственно James. Язычок тут в крупную сетку для вентиляции, на пике язычка мы видим новое лого LeBron Джеймса, это лев. Раннего логотипа с цифрой 23 тут нет, так как после перехода в Miami Heat Джеймсу пришлось сменить номер 23 на номер 6. Внутри язычка мы видим надпись «Designed and engineered to exact specification of Mr. LeBron James». Разработано и спроектировано в соответствии с точными спецификациями мистера Леброна Джеймса. Также тут есть число 828. Они повествуют о 82 играх регулярного сезона и 28 играх плей-офф. Шнуровка здесь типовая, почти в самом верху имеется петля в форме восьмерки. Если ее не считать, то отверстий под шнурки ровно 8 штук с каждой стороны. В комплекте шли белые и фиолетовые шнурки, на иглетах белых надпись LeBron, на иглетах фиолетовых цифра 8. На внешней стороне кроссовка мы видим свуш и крупную перфорацию для вентиляции. Отверстий ровно 8 штук. Также стоит обратить внимание на нити Flywire, которые аккуратно расположены только там, где поддержка наиболее важна. На заднике расположена резиновая петля для более быстрого обувания. Под петлей автограф Леброна. На внутренней стороне кроссовка, а также нити Flywire и крупная перфорация для вентиляции. Возвращаясь к нитям Flywire, стоит упомянуть о том, что панели, где они расположены, сделаны из карбонового волокна. Вдохновением для этого послужил интерьер автомобиля Bugatti. Стелька здесь обычная, и на ней есть вышивка Witness, свидетель. Переходим к подошве и видим полноразмерный баллон Max Air 360 над баллоном Midsole из обычного филона. Рисунок подметки не совсем понятен, от слова совсем. Тут и восьмерка, при нажатии на которую чувствуется баллон, и лого льва, тоже достаточно прощупываемое. А еще узоры, flex grooves, волны и какое-то подобие елочки. Про вариативность было три версии. Версия первая, про которую этот выпуск. Версия вторая, которая немного легче, так как там применялась не кожа с замшей, а так называемый материал асико. И третья версия PS пошла еще дальше, там весь верх был сделан из Nike Hyperfuse, завершив этап снижения веса до самого минимума. Также PS отличается от модели Max Air 360 комбинацией Zoom Air и Max Air на пятке. Теперь про саму расцветку. Собственно, Lakers выполнена в двух цветах, классический фиолетовый и золотой. Теперь немного про комфорт. Кроссы очень удобные, легко обуваются. Внутри много набивочного материала, за счет чего кроссовки очень мягкие и приятные. Но это создает некоторые проблемы с вентиляцией. В восьмых достаточно жарко. Подытожу, Джейсон Петри со своей задачей, на мой взгляд, справился. И если не превзошел семерки, то максимально близко к ним приблизился. Друзья, на этом выпуск заканчивается. Подписываемся на канал, лайкаем, а также подписывайтесь на мою инсту. Следующий выпуск также через неделю. Всем пока!